Почему проиграли оппозиции? Еще потому, что они отказались от взаимодействия и коммуникации с кандидатами. Например, наши вот, представители штаба и доверенные лица, и сам я лично принимали участие в встречах с оппонентами населения. А когда мы их пригласили на наши встречи, они... Оппоненты не пришли. Оппоненты не пришли, и, то есть мы их приглашали, и чтобы в открытую они нам при населении задали вопросы. Очень коротко, почему это случилось? Они чего-то испугались, были не готовы, или по-другому концепцию свою выстраивали? Просто-напросто, или это ресурсы им не хватало для того, чтобы успевать за нашими встречами, потому что у нас гораздо, ну, раза в 3, в 4, в 5 раз даже, может быть, встреч было гораздо больше. Они просто не успевали.